не критично. Увози их сюда, сразу возвращайся обратно. Давай, быренько только. Может, не бады, чтобы другой. Может. Давай. Залази, один, блядь! Давай! Давай! Ничего страшного, хватит вас! Давай! Ничего не помер, грузим, блядь! Да, вот там скорость отсюда есть! Спокойно, спокойно, женщина садится, спокойно. Поможи, поможи, поможи подняти. По мирным людям, кто? Мы здесь воюем, мы здесь стреляем, нет. Какого шиша? Просто, я же, действительно, как сказали, просто уничтожить украинскую нацию, все. Я хоть и говорю по-русски, но, извиняйте, я по-украински, ну, плохо балакаю украинскую. Разуметь разумею, а балакать, не балакаю особо. Но, тем не менее, за что? За то, что мы украинцы. Я здесь родилась, я здесь выросла, я здесь выучилась, я здесь живу, работаю. Какого шиша? За что? От чего меня освобождать? Освободители хреновые. Сука, парла, пидорасина! Пудло. Скільки ти бачиш людей, що за ними? Власне, військових об'єктів ніколи тут не помічав. Це жилий район. Там і центр міста. Ну, близько 10 загиблих людей станом на зараз. Я бачив, і невідомо, скільки це є всередині. І набагато більше поранених. Смотри, я, блядь, пытаюсь размыть, сука. Смотри.